Кажется, этому осеннему пейзажу не хватало только отремонтированной дороги. И вот теперь картинка сложилась. А ведь все благодаря активности местных жителей. Они нашли время зайти на портал «Добродел» и принять участие в голосовании. Зашла я в «Добродел» на сайт и увидела, что там именно нужно было проголосовать, за какую дорогу, ну, там, допустим, да, где-то что-то не то. И здесь я подумала, что нужно проголосовать за нашу дорогу. Проголосовала, и вот, пожалуйста, результат. Набрав целых 404 голоса, участок автодороги Головино-Маврино попал в программу ремонта. Областные дорожники основательно подошли к реставрации трассы. Работы были выполнены в полном объеме. Согласно выданному заданию, было отфрезеровано дорожное полотно, уложен новый слой асфальтобетонного покрытия и выполнены работы укрепления обочин. Это уже не первый год, когда народное голосование решает судьбу подмосковных дорог и не только привлекает людей к решению проблем в разных областях. В Щелковском районе Доброделу доверяют и получают результат. Ясно одно – создание комфортной среды для жизни часто в руках самих жителей. Нужно лишь проявить свою гражданскую активность. Это очень замечательная идея. То есть жители могут сами выбрать именно ту дорогу, которую им нужно отремонтировать. Наталья Медведева, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».